Надо представляться, да? Вот так. Ну что, получается, что я участник фестивалей, даже фестивалей с 2011, 2012 и 2013 годов. Вот, знаком я с Дашей, с Содружеством довольно давно. У меня здесь играла супруга моя, где-то в 2006 году. Ну, в общем, сейчас, да, действительно, Дима прав. Небольшой такой был у нас, как это мы друг друга не видели пару лет. Вот, ну, в общем-то, все, что не делается, все к лучшему. Так что я надеюсь, что сейчас все будет нормально. Так. Над обрывом дым низко стелится, деревенька спит, ночь медведицей то поднимется в небо звездное, то вдруг спрячется за березами. Струны звонкие в ожидании, голос преданный в оправданиях. Не рисуется, просто видится, может, это я, а может, снится мне, как качает мою лодку на озере и летит дельтаплан над пропастью. Как наступит зима, красавица, зеркало.
снежный пароход. Под мелодию волны все плывет себе, плывет. Мимо сонных городов, проходя из ночи в день, сквозь гирлянды огоньков, он несет тяжелый груз. Простодушных и скупых, их тревог, страстей и слез. Ну, печальных и смешных, он вдыхает аромат луговых цветов и трав. Чайки белые кружат силуэт его узнав. Берегами рыбаки костерки тихонько жгут. И оравы ребятни провожая вслед бегут. Он несет нелегкий груз. Незнакомых и родных, их тревог, страстей и слез. Дум высоких и земных. Так, Артём Белов. Сейчас у нас будет поэтические 5 минут. Так, Надежда, ты как лучше? Стоя, сидя?